Подросток из Якутска в 14 лет поступил в НГУ. Школу он окончил экстерном с золотой медалью и теперь стал студентом факультета естественных наук, самым юным в университете. Учиться он будет на платном отделении. Для поступления на бюджет ему не хватило 20 баллов. Анатолий Сыромятников не раз побеждал во всероссийских олимпиадах, однако вундеркиндом себя не считает. То, что я особенный, я вообще никогда не чувствовал. Просто школа такая, поэтому... Так все и образовалось. Я уже собираюсь, ну, найти всякие промычки, чтобы узнать своих одногруппников, познакомиться с ними. Ну, а так я не очень люблю заводить друзей. Но без друзей в универе нельзя.